Территория равенства. По таким названиям в Махачкале проходит второй Северокавказский форум молодых инвалидов. Участвует в нем более 100 человек. Трехдневная программа форума обещает быть насыщенной и увлекательной. Подробности в сюжете Хамзы Нурмагомедова. Торжественная церемония открытия форума инвалидов состоялась на берегу Каспийского моря, а именно на базе отдыха «Кизлярская лагуна». С приветственными словами к участникам обратились представители власти и общественности. Наша задача, задача власти, задача общественности – максимально поддержать вас во всех ваших проблемах, которые могли бы максимально помочь вам в социализации, в реабилитации. Ведь не зря само название «Территория равенства» говорит о том, что лица с ограниченными возможностями здоровья, сегодня мы их так называем, в дальнейшем у нас не было никакого разделения, и мы все вместе могли активно участвовать во всех мероприятиях, активно, главное выработать здесь вашу активную жизненную позицию. Форум продлится 3 дня. Для участников будут организованы мастер-классы, тренинги, лекции, круглые столы и командный квест. Впервые в Дагестане в рамках форума пройдет турнир по волейболу для слепых, а также северокавказский турнир по теннису. Мы приглашаем на эти мероприятия таких известных, да, инвалидов, которые добились успеха в различных сферах. Предпринимателей, по спорту, бизнесменов, да. Вот почти во всех сферах есть представители, да, с инвалидностью, которые вот, они добились хороших успехов. И на их примеры, да, люди видят, что они тоже могут добиться, да, несмотря ни на что, ни на инвалидность, ни на заболевание, что они могут тоже себя, да, реализовать в любой сфере. Принять участие в форуме приехали более 100 молодых людей со всего Северного Кавказа. Они надеются получить новые знания, отдохнуть на берегу моря и, самое главное, обрести новых друзей. Такие мероприятия очень важны и интересны для всех участников, и не только. Мы принимаем в этом форуме уже второй год, принимаем участие во втором Северокавказском форуме. Вот. Очень много полезной информации, очень много интересного, познавательного. Инициатором проведения форума выступила региональная общественная организация «Молодые инвалиды». Ее активисты реализуют свой проект «Территория равенства», который получил в прошлом году финансовую поддержку от фонда президентских грантов. Организаторы форума намерены в будущем помогать людям с ограниченными возможностями здоровья и проводить подобные мероприятия, чтобы люди, жизнь которых ежедневно похожа на борьбу с недугом, чувствовали себя полноценными членами общества и приносили пользу себе и другим. Хамза Нурмагомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.